песни, рожденные в наших сердцах. Первый районный фестиваль «Песни, рожденные сердцем» стартовал в 2000 году. И вот уже 17 лет творческие коллективы ждут и готовятся к конкурсу. Я хочу поприветствовать вас от имени главы Ленинского муниципального района Олега Владимировича Хромова и передать вам слова, что патриотизм – это самое главное, что держит и продолжает держать нашу страну непобедимой. Патриотизм – это то, что мы впитываем с молоком матери. Патриотизм – это то, что позволяет нашей стране оставаться великой. Программа фестиваля включала в себя песни и музыкальные композиции о России, о войне. В каждом блоке звучали известные, любимые произведения. Ансамбль «Мальчишки» детской школы искусств «Горок Ленинских» вызвал у всех, а особенно у девчонок, целую бурю эмоций. Мы не пропускали ни одного фестиваля патриотической песни. Уже сменялось несколько поколений моих учеников. Тема патриотизма, конечно, очень важна в развитии духовного мира ребенка. Кроме юных исполнителей, в фестивале приняли участие и его корифеи, такие как хор русской народной песни совхоза имени Ленина. А сегодня мы будем петь песню, которая называется «Среди долины ровные». Песня очень интересная, песня о песне, такая настоящая, она русская, она душевная очень песня. Очень отрадно, что звучат хорошие песни, что дети и взрослые поют эти песни. Фестиваль традиционно проходил в канун Дня защитника Отечества. Развернувшаяся в фойе экспозиция военно-патриотического клуба «Застава» придавала мероприятию особую атмосферу. Ставили сегодня экспонаты и стрелковое оружие времен Великой Отечественной войны, которые были найдены на полях сражений нашими ребятами в поисковых экспедициях. С интересом ребята отнеслись, даже некоторые спрашивали тактико-технические характеристики оружия, что было на самом деле приятно, что ребята интересуются. Интересны были ребятам и костюмы рыцарей Средневековья, представленные клубом «Цитадель». Мы занимаемся непосредственно исторической реконструкцией Европы 13-15 века в основном. Вот. Но также у нас есть и славянские костюмы. Также расположена выставка настоящего средневекового доспеха из разных стран. Вот. И, в принципе, на самом деле, даже разных веков. Фестиваль патриотической песни длился не один час. В нем приняло участие более 260 исполнителей. В зале не было ни одного равнодушного лица. Всех тронули проникновенные творческие выступления. Людмила Медведева, Данил Свидарский, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.